Что говорят очевидцы? Еду я, значит, на лыжах в лесу. Вдруг вижу следы огромные, нечеловеческие. Наступаю я на этот след, а там размер ноги. О! 65-й, не меньше. А может, это кто? Инопланетянин? Ой, какой инопланетянин? А я лечу с горы на ватрушку. Так. Еду. И падаю, отряхиваюсь, поворачиваюсь. А ватрушки-то и нет! Я думаю, что это... Кто? Медведь-воришка. Как? Медведь-воришка. Ага. Ну нет, друзья, судя по всем признакам, это, я понял, кажется, это снежный человек! Друзья мои, ну нам просто необходимо это выяснить, снежный человек это или не снежный человек. Предлагаю отправиться на поиски. Вы с нами? А вы с нами? Друзья мои, мы с вами шли по следам снежного человека. И думаю, он где-то близко, где-то рядом. Осталось нам набраться сил и духа, чтобы с ним встретиться. Мы с вами должны сделать ловушку для снежного человека. Нам нужно поднять руки вверх. Всем держимся за руки. Держимся. Да. Держим крепко, еще крепче руки. Руки соединили. Молодцы. Как только снежный человек попадается в нашу ловушку, нам необходимо будет присесть и поймать его. Да, но ни в коем случае не разъединять руки, иначе он ускользнет. Ну что, друзья, держимся за руки. Держимся. Слышите? Тишина. Тихо. Это ты?
Ну что ж, тогда я предлагаю устроить супер-супер новогоднюю дискотеку для снежного человека. Но, кажется, кого-то не хватает на нашем празднике. Друзья, знаете ли вы самого новогоднего, самого зимнего волшебника? Кто он? А вы хотите его встретить? Да? Ну тогда давайте громко его позовем. Дед Мороз! Еще раз! Дед Мороз! Дедушка Мороз! Друзья, аплодисменты! Аплодисменты, аплодисменты! Только будьте аккуратны. Здравствуй, Дедушка Мороз! Здравствуй, здравствуй, Дедушка! Как же рад вас видеть я! Добрых, сильных, важных, смелых и отважных. И про гостя слышал я, озорного дикаря. Праздник Новый год для всех. Его мы встретим без помех. Будем петь и танцевать, и подарки раздавать. Ого! А подарки мы любим, правда, ребята? Да?